портал поставил. Хорошо, хорошо быть багом. Хорошо быть дикон. Это, тебе надо, короче, свой водикон залетать. Потому что все же я свой. Я зайду свой. Да. А, ты типа думаешь, нормальная замена мою сову на твою? А нет, ладно, согласен. Нет, из-за того, что миликов дохуя из-за этого. А, ну, так-то да. Там смотри, вон сколько. Дохуя прям. Мне все же заходить, то есть. Ты, не сработало, ты куда либо да, своим да, хантом, да, нахуй? Куда ты ушел хантом, блядь? Я сейчас подойду, деда, успокойся. Я, блядь, думаю, куда ты ливнул, блядь? Слава. Че? Сложность, режим. А какая еще обычка стоит? Там со ста все вышли? Почти. Не знаю, это надо, блядь, чтобы вышли все. Так она меняться не будет. А Валька не убита? Нет. У нас проф не убит. Мы 6 боссов убит. Не убита нихуя. Так что там вышли? 6, короче, одну купил, Кость. Купил у этого? Да. Вышли с этой? Сейчас я по этой посмотрю, блять. Кто там в крепости будет еще? Никого же нету больше. Вроде никого. У меня на еще одну такую хватает. Но я прям высохну. Все написано. Ну, значит обновилось. Ну, скажешь, если что, займу. Блядь. Да не, я если что, у тебя лотосов займу, просто ты раскручу. Так, что это получается? Я типа там на друида голды еще в пуле был, и при этом все типа нормально. Мы заходим, нет? Ну да, я поменял. Че, на проф? Ну конечно. А че еще? Да хуй тебя знает. Вали расход. Не-не. Не надо, дядя. Варьер восход. Че за хуйня нахуй? Ишь планета опять. Какая-то, по-моему. Внутри. И опять Орлоч. Кринж. Дед нахуй, сразу куда ты? Он на ковровка ездил. Да я думал, опа, ты, блядь, ливнуть решил. Души веснулись. Ебать. Он за воронкой пошел. Это какой? Ну что, куски я не открыты? Продавали в чате, блядь. А. Как у меня куски? Ты мне дал воронок, чтобы я куски открыл? Не, у тебя куски не открытые лежат же. Конечно, не открытые. А за вот сколько ты купил, Витя? 26. Где там Локи? Взятые, Ляночка, где? 5 минут отойду. Взятые, ебаные шипы, Ляночка. Я в Долоране тусую. А чё вы там тусуетесь там, блядь? Я покажу. Воронки подешевели? Вообще в ахуе, блядь. Науки нет, но с рук 25. Да, они типа так, мне кажется, туда-сюда скачут. Вы хоть в инста летите? Тут, ну, давай в маба хотя бы побьем вот этого, блядь, первого. Я уже в инсте. Вон мы тут с призеном есть. Это, на маба хватит. Пошли, блядь. Мы стоим, блядь. Танка нет. Есть, вот он, Редринг стоит. Он в ДД-спеке стоит. Ёбаный в рот, блядь. Это пиздец, нахуй. Прийти стоять, у меня очко горит. Давай в стену побьемся головой. Пойди стоять. Давай, с разбегу. Прыгаем, как я, нахуй. Закиньте вилашку. Че, КД прям принимать, а? Ну, конечно. Че, КД прям принимать? А не, можешь не принимать. Мурлокос, нахуй, сказал, идите нахуй, блядь, вечерний рейд нравится, блядь. Буду... Не, это... ну, у него, видишь... Ну, хули там, своя романтика на чили, блядь, люди обучаются. Ну, блядь. На чили люди не обучаются. Но... Нет, ну на чили Мурлокос, а остальные люди обучаются, как бы. А, ну да. Ну вот сегодня, допустим, я могу, допустим, в вечерний рейд сходить, вроде не лагает даже. А что там за рейд? ТТГ, ГМК. ТТГ, ГМК, я тоже могу сходить. Шарагу, кофе попить да покурить сходить. Ну типа, если с нашей гильдии туда человека 4-5 придет, я даже не знаю, соберется там фаворит или нет.
Типа, если туда... Ну, вообще народу нету. Ну, посмотрим, я не знаю, понимаешь, я, ну, кого, блядь, я людей собрал три дня назад. Лёха, в танка. Кто придет, я без понятия. Рейд-то, может, и соберется, но вот эти бичи, которые там на Энхи, там, на Элеме, там, 3000... Погнали, скиль давай. Это вообще хуйня. Типа, если с таких людей рейд собирать, то там, ну, ни ТТГ, ни ГМХ не закроются. А это вы вчера в обычке были, да? Ага. Не, если обычку закрыли фул, то и ТТГ, и ГМХ вы закроете. Там всякие дарти с гомосек, хулидринг и лингрен. Можно здесь диспелить, если из нас свой, да. А я до других еще могу тоже диспелить. Я занят, агрю. Нихуя, что захотел. А вы слышите, вы отмазываетесь, как он? Говорите, вы заняты, вы там, допустим, там щитки кидаете. Не, ну типа можно и диспелить, я просто не буду щитки кидать, буду слизни стоять. Ой, дед. Вальку. Да ты вон, оно и видно, блядь. Не щитуешь, не хилишь. Вот видишь, блядь, вот поэтому ты сдох. Молодец, ты же себя бы спас в первую очередь, если бы не так спал. Я тебя единственный, кто и сдиспелил в итоге. Так, а когда сдиспелил? Нет, когда правда. Уже я 10 секунд в слизне простоял, блядь. Ой, все, я не фу. Ной. Я фул в слизне простоял. Ты не фул в слизне простоял, не рассказывай мне. Не фул, а он дольше 10 секунд. Я вас двоих диспелил. Секунд 30 висит. Чем вы снимаетесь? И там тихо, блядь. Нет бы спасибо сказать. Ага. Да, я просто щиты не успел навешать, я в слизне пока стоял, поэтому, блядь, сдох ты. Ну, я палом. Если тебе сложно раскидывать только щитки, блядь, то я не за ТВК, в принципе, играю. Ну, пораскидывай, зайди на ДЦ, когда тебе слизень превратится, пораскидывай из слизня щитки, я посмотрю. Раскидывал когда-то. Угу. У меня тоже вон один холипал был, он в Валька его схватил, а он оттуда хилил, ебать. Хорош. Еба жесткий чел. Говорит, ебать, я, говорит, топ хил, нахуй. А где он? Да, блядь, на циркуле. Ух. Сколько? Притон появился. Протразил, да? Видимо, ну все. Ну, я думаю, Дартиса свичник. На профан свичник. Да, в принципе, он ничего не знает. А ему он колбу там не заберет себе? Колбу Лингрен заберет. Угу. Удачи ему. Собак же можно не бить. Ты что там, ленточка? С прелести бис шмотка падает. Бис, блядь. Да, Юля. Сейчас еще призана в ДД, Вилания в хила. Так если Вилания хила, может еще одного РДД добавим? Нет. На сову намекаешь? Я даже не знаю, кто на примете есть такой, блядь. У нас есть хороший РДД? Ну, есть один на примете. Я вас понял. Ну, не прямо уж там прям очень такой хороший, но все равно лучше, чем ничего. А ты совой тоже когда вчера вешал? Провист? Конечно. Он на сурке бил совой. Да, я на лану думаю зайти, возможно, токен забрать. Вот как упадет вылезти. Ну, а Вилани, спроси, там сильно у него голова болит или что, он может похитить. Подожди, у тебя ж вроде на сове все апнуты. Или... Нам РДД больше лучше будет, иначе мы будем вайпаться до скончания времен, нахуй. На башку. Три сорони. Если честно, бы вообще бы урк, блядь, ушел прям сейчас. Вчера, да? Потому что я сижу, охуеваю, блядь. Мой токен забрал. Ну, что тебе надо? Если заменить вдруг не было. Это ты не был в РС-ке, Глеб. Друид инвалид он. Ну ты потерпи, я хуй знает. Слышь, что говорю? Старый. Чё? Ты хоть чат иногда читай, друид инвалиды, говорю. Да он бухой. А всё, блять, вы чё хотели, весна? Это что, можно портал жить?
Я смотрю, мне спать свечи. Я думаю, может тоже наебашиться так, что, блядь, не то самое. Я теперь тоже стабильненько буду по выходным. Ебашить? Понял, нахуй. Конечно. Да, можно и не только. А чё, график с работы сменился, что? А чё, можно Виланию на Лока загнать? Вон портал, не-не, Дартис, развернись, вон. Вон портал. Так, не сумонится один кто-то у вас. Всё, сейчас засумонится. Вот всё, Гарри. Костя, я овощной, но я тебе сразу говорю, я могу посидеть, но от меня толка не будет. Типа я, ну, бля, сижу, бля, одной рукой, ну, бля, за голову, бля, другой, ну, бля, клаву тыкаю. Значит, 1, 2, 3. На замене, если что, посидишь. Да, вы типа тегните, там, если что, я свечу. Да, будь на подстраховку, а то вдруг стелси залагает, пойдешь. А может сразу пускай она залагает? Пойду какой-нибудь, бля, трафлю, бахну, хуй знает, что нибудь. Ну, сразу пускай залагает, да? Дексалкичка, и пойди, нормально. Так, Лингер, не лагаешь? Ну, давайте, ребят, с божьей помощью, нахуй. Так, этот самый, это ты сейчас Костя поставил? Да. Не ставь так, они станут треугольник, нахуй, будет вайп. Блять, тут все, кто здесь был, по-моему. Вот надо вставить вот так, нахуй. Да Керус тогда забежал, нахуй, его выплюнуло. Да мало ли, да. Выплюнуло, ебать. Я ему показывал, нахуй, как вставать надо. Кто знают, забегут, а кто там заслабит. А кто не знает, будет вейпрейд, да, блядь, который я не хочу. Вчера мы также думали, что все знают, а в итоге... При том, ну что, трудно повод придумать. Босса, кто танчит? Как обычно. Юля танчит босса, Лёха в кукле. Взрослый состоятельный мужчина, нахуй повод. Урги тур? Хозяин своей жизни, решай сам. В натуре. Пей куклу. Юля, кинешь лужу под куклу. Пей, Лингрен. Дикон лучший мотиватор. Лучше выходить. Так сильно не влупливайте. А то сейчас привет. Зеленого свеч. Все, переводим проф. Дебафы на себя. А метка морально разбежали. Лёха, плевок, крафт. Блять, повис. Нормально вроде. Массакру дать? Лёха, ты специально уже не допил? Бага, ему вот. Оно на переходке багает. Значит, Пельмени. Аккурат. Керус, ЕСАИК ФМ. Сейчас еще полетят пельмени. Сейчас, да, пельмени будут повторно. Берегитесь. Вышли. Стелси. Привет, РДД. Не, ну, тебе нельзя играть с лагами, нахуй. Колбы. У нас танк АФК. Какой танк? Берегитесь. Ну, да. Вилаша, видимо. А что с Вилашей-то не так? Красный смотр. Вылетела она. Беги. Не Пасифея. Сейчас Пасифея сорвет, босс. Пусть не срывает. Блять. Ну Вилаша вылетела, типа чё. Ну пока агро на ней, кто там догоняет, кто-то ханты догоняют эти. Пельмени. Ну а дальше чё? Не, падайте, это хуйня. Падайте.
Диспел дайте. Диван может кому-нибудь сразу. Дали кому-то диван, нет? Дали, дали. Вот такая хуйня вчера была, а ты говоришь, блять. Она не вылетела, но люди хуёво играют. Она вылетела. Она не танчит ничего. Она в луже стоит, как бы. Ой, теперь умерла. Не, мы просто немного могли подтянуть, потом просто куклу сдиспелить и поменять танка. Да, а нам еще, блядь. Ну, третья фаза не проблема, тут потаунтить есть кому. Не, можно было, блядь. Надо было бы еще лужи пить, понимаешь, чем дело? Ну, я тебе говорю, что типа дальше, если бы вышло бы подтянуть хотя бы процентов до 50. Нет. Там две лужи оставить, немного провести, ну, как бы, было бы место. А ЭКФМ, ты тут? Костя, спикайся. А ЭКФМ, ты тут? Ты тактику знаешь на Геру? Да, был. Тактику знаешь на Геру? Он же с нами ходил уже, не закрывал. А ты знаешь, что чуму надо переносить? Рядом с людьми в кучке стоять? Знаешь про чуму? А то, что надо от лужи отходить, знаешь? Ты сдох от лужи и от чумы. Ты на карандаше, блядь. Ты умер на луже, потому что ты с нее не вышел, нахуй. Лужи летят в воздухе еще, эти склянки, нахуй. Ты уже должен отходить от этого места. Ты не встал под лужу, ты не отходил, пока она в воздухе летела. Да, умер, короче, от чумы и... А первый раз от чумы, а потом встал в лужу, понятно. Но смотрите, чумы... хилы РДД, мы кучкуемся в кресте приблизительно. Если лужи летят, мы двигаемся влево к треугольнику, так же с пельменями. А ты не замутанный Амидамару, блядь. Поставь на кнопку. На кнопку. А то, блядь, сидят с активацией, размутьте, блядь. Нихуя на активации сидеть там. Ставишь на кнопку и все. Че там, Юля? Или все с телефона, я хуй знает. Авелания, заходи. Ты тут еще? Не здесь, он сказал, что... Он написал... Что вдеть его. А кто еще там был у нас? Кроме Авелании? Амидамаро есть. Амидамаро. Нет, кроме него еще кто-то был. Бритон. Притон, блядь, в рейде. Друид инвалид тоже в рейде? Не, да. Кто-то еще был, блядь. Нет. А кого мы поменяли? У нас было фулл рейд, и мы... Агулания был. Дартис. А еще Дартиса. Дартис куда делся? Ребят, вы на ком? На профе. Проф. На проф. Че, вам милик или могу за лока зайти, если надо? Кто? Ну, Амидамару, у меня лок есть. Сколько дамажит? Ну... В демоне, не знаю, ну побольше, чем палом-то дам, точно уж. Заходи. Гера или обучка? Гера. Гера. Притон, ставишь капту? Он у тебя в гильдии лок? Да. Вот, зашел только что. Плюсую в гильдии что-то. Привяжите его к палу, пожалуйста. Веревка есть? Я привяжу сам. Сука. На цепь меня, на цепь, нахуй. Чуть-чуть позитива. А, ну ладно, цепь закажем. Золотую, наверное. Килограмма на 3. И начну читать рэп. Обмажусь гуталином и начну читать рэп. Неплохо будем. Говно. Так, рыба стоит, есть. Так, а второй лок в демоне? У нас, да, у нас 3 лока, а 4 лока. И 4 демона, да, что ли? Нет, я в детстве как-то испекался. Проверкой, правильно. Ну, Ляночка в демоне, ты можешь тест-трик аспектом сослить? Сядьте, похавайте.
Друид-инвалид, буйный рост, омоложение. Да, типа демон, это, блядь, тоже состоятельный спект, все нормально с ним. Пей куклу и кидай пока буйный рост, омоложение. Кахаваем с ним. Короче, в чем по кайфу, в том и играй. Окей, сейчас в Африка заспекаюсь. А, не заспекаюсь. Бен Африк. Или Кейси. Все, начинайте. А ночной давай, сегодня будет, кстати, РТ? Сейчас, тихо, потом вопросы все, блядь, сейчас РТ. Даю отчет. Уже вышли. Перебегите. АКФМ, ты тут? Сука, ты меня заебал, блять. Как ты дамаг получаешь, нахуй? Он в луже просто стоит, сука. Ты меня прям бесишь. Так, аккуратней по проху. Это что уже сейчас слезня будет? Это ну, он или вылетел, или он прям в луже стоял сейчас, нахуй. Это в луже стояли иллюзии. Так а он дамаг-то получал? Я на него квадрат поставил, он квадрат в луже был. Он пишет, я его выкинул с игры. Переводим. Ясно, нахуй. Блять, иди из трусов выпивай. Не переводите, пока не переводим. Да, встали в соседний угол. В соседний зарываемся. Да похуй, ничего, откинется. Да, рыжего не клюнули, рыжего. Клюнул. Разбежались от меня, рыжего. Беги, беги, блядь, беги, не беги, беги, сука. Это проверка. На Федор. Я зависла. Я еще одни был. Сегодня неделя, короче, стрём. Ой, сегодня говорю. Вообще неделя, когда стрёмно. Всех лагает. Меня можно бэлить. Друид инвалид Вадикона. Вадикон. Урги, Акерус, МВП Ханта. Я перед донжом, я на входе. Хорошо. Вадикон, значит, МВП Ханта. Я в трусах метки в зеленой. Керус, друид инвалида. А, у него КДН. У него КДН. Заебись, играем так. По красному бьем, по красному бьем. Гамазека бежит. Сашка, ты чего? Лужа выходим. По трофу. Пельмени не поймает. Красная выходит сейчас. Керос, друид инвалида, резь. Друид инвалид. По красному играем. Стелси, отойди. РДД, свич в красную. Иди, Вадикон, ищи, резь быстрее. Я в кусах прям. Берегитесь. Пельмени разошлись. Вадикон, МВП ханта, сейчас после пельменей. Поднял. Вставай быстрее. Стою. Керус, иннер по бидону. В крест тянитесь. Берегитесь. Чуть назад отойдите или влево? Влево. Стоим, не подходим к нему.
Не стойте у... в трусах. В кресло тянитесь, а все. РД. С пельмени выбежали, блядь, я поймал. Красная. Красного, да? РД. Беги, Вадику. Вадику на карат. Так, процентаж, чё? Стопать, да, будем? Да. Ещё зелёного будем бить, готовимся. Чё, вернитесь в лес, РД, да? Стопнули по профу. 1%, вы чё там, ебать? Проценты не видите? 2% там. 2% один. Зелёным. 1 там процент. Пол процента уже. Нормально. Добили, переводим. 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 Дебафы смотрим свои. Зеленую отметку. Все лужи выбиты. Нас сокрудайте, наверное, этот самый зеленый. Попрошу байк бабу. Убиваем, добиваем быстрее. Все, вышли, вышли с угла. Пельмени смотрим. Стаки, кто забирает? Вадикон, давай, ты первый. Ты первые три, потом думайте, кто еще может. Забираю следующий. Берегите. Пельмени отошли. Нет, Яночка. Уже выйдите? Два на мне. Вижу. Следующий урги. Я еще один возьму. Урги не возьму. Урги не здесь. Название, кажется, скажи мне. Стелси, ставь тотем. Не взял, заберите. Следующий беру. Стелси. Пельмени, пельмени. Три. Ухожу. Поближе к луже, чуть-чуть поближе. Лёха, забирай. Так, готовься, Джандис, будешь таунтить. Давай. Он же хэпал, блядь. Вы ебанулись, хую. Нахуй. Канцелятор, и отходи, или инвизибл, блядь. Отходите на рейндж, нахуй, таунтите, блядь. Какой хэпал таунтить? Вы нажми... чё, сука, ёбаный в рот, блядь. У вас так. Надо забирать следующий. Отходите, кто там? Канцелятор, Святос, нахуй. У вас мозги есть вообще, нахуй? Три стака. Канцелятор, готовься. Нажимай. Берегитесь. Забрал один. Да. Пиздец, Стелси, нахуй. Дефы дайте какие-то? Дал сокру. Давай. Забрал, забрал. Пиздежа сколько, 4 раза спросил. Да нахуй вы, типа, ну, не учитесь, нахуй, нихуя забирать, таунтить. Бесполезные, блять, рейди, нахуй, нихуя не умею, нахуй. И хэпала не надо просить, он хил весь свой проебет, и мы упадем, блять. Ну, вообще, ну, ханты могут, без я проблем. Я попросил название каста, я просто забыл, как. Так вот надо, блять. Чума. Я забыл. Пиздец. Я тебя спросил 3 раза. Все, похуй, нахуй, забудьте, нахуй. Вонючку не согрите. Да нахуй, пойдемте, вонючку напихаем. На распыл заберу вот эту хуйню. Блять, тут трапа реально нахуй, прям в проходе. Беги назад. Забирайте. Ебать, они вообще пошли хуй пойми куда, я не знаю, чё с ними. Не бери их. Они патрулируют. Пускай патрулируют. Да я встречусь сейчас. Чисто пиво попить. Лава, осколок. Далеко не. Типа у хэпала ноль меткости, это вообще, блять, хуйня затея. Прости. Юля, ты разлагала? Конечно. Не, я попробовал с книги, конечно. Да не фудите. Не возвращаются, отходи. Юля, ты, говорю, разлагала? Все. Давай в рейд, все. Хватит отходить. Вместо кого? Ну, можете вместо меня вообще, без проблем. Ну, на замене сиди, чтобы ЕП получить. Угу. Ой,
блядь, сейчас мой любимый босс. Айсина опять вылетит на царя. Ну, у нас на замене. Самый припезденный, ты хотел сказать? Написала, что вроде нормально у нее сейчас. Пусть в ДД будет. То на танке это ответственная хуйня. Милик сдох, ничего страшного. Давай, Гамазек, иди танчи. Гамазек, настало твое. Ну, поставь Лингрен ГБ, возьму тебе и, да? И это. Да? Ну, по крайней мере, здесь, видишь, нету танка. Есть у тебя ГБ? Нет, эту хуйню возьму. А ГБ откуда ставится? Ну, там с книжки. Книжка, гильдийский. Рядом с тобой только что ГБ поставил. А, мобильный банк. Мобильный, да. Ну все, погнали. Погнали. Так, это что получилось? Что, руки чешутся, да? Да надо быстрее заносить, ебаный, час 45. Конечно, нахуй, типа, блядь. Юля, резайся там и беги на кровь. Так, это тебе кусок открыть. Спасибо. Давай, дед, иди скилл показывай, нахуй. Будь тебе скилл показывать. Ну, доставай там, давай. Достал. У нас сейчас два танка? Да. Следующего берите. Я по цапам. Сап, который дамажит, нахуй, пиздец, я все к этому привык, и так он не могу. Сап, который убивает, блять. Ну, мало дамажит. Ну, один хуй неприятно. Потом, блять, в поту просыпаешься, ну, тебе рога на арене за сапом и убил, нахуй, сапа. Ну, на 8 секунд по 5 кд. Только не отлетите в соседнюю пачку. Это будет трудно. Патикон, ты где стоять будешь? Не знаю. Так, у вас там танков хватает, я отойду на пару минут. Угу. Я сейчас Костю на пулю нахуй, все. Я захилим. Пускай профит выносит даже в ХК. У нас фаермаг есть? Фаермаг. Макфраер. Ну, метеорит упал, я спрашиваю просто. Это тринка, наверное, какая-то, да еще что-то. Призен, что за хуйня? У тебя танк, что ли, какой-то? А Экфаер? Чё-то ты... Я не фаер. Чё-то Уэнхов подфиксили они, что-то пиздец. А Экфаер? Или это тактик выбрал, ебанул? А Экфраер? Кто на сферах? Все. РДД. Абсолютно все нахуй. Я не буду бегать по всей комнате, как долбоёб собирать. Так и не надо. Заломаныч поможет тебе. Или мы не дамажит, пусть по сферам. А, туре, блядь. А ты говорил, блядь, Элим заебись, нахуй. Вот тут только целим моча, нахуй. Элим, рарям, моча. Запомните, единственный, кто топ, нахуй, это всегда танки и хилы, нахуй. Элим заебись, Т5. Мне в танке оставаться или в ретре хочу кого? Не, кстати, мне сова понравилась. Какой танк, блять? Там Лингрен, хули, Дринка и Лаша, три танка. Не, нахуя танк четвертый. Он Лаша в ДДЖ. Потому что никого не было на трише. Хули, Дринка, ну все, Лингрен. Я ушел. Там Юля позвала еще пачку сразу. Пока ждем Костю.
Димасик обманул. Чё обманул кого? Они не хотят меня. Не хотят в танк? А чё, а кто танчить-то будет? Ну, говорят, трое уже есть. А Фигаш же лагает. Ну, осталось вроде. А ты да хуй простышь, блядь. Ну ладно, трэш потанчил, уже интересно. Ну вот по сути, если 4 часа воронки фармить, ты можешь 24 штуки выбить. На фулл КД, на фулл КД. Можно больше, а можно меньше. Нахуй. Это же, ну, рандом. Это рандом, это еще херово падало, видишь? Хаваем рыбу. А где она? Юля на келесете, Леха на двоих. Да, ну ладно. Потом если что быстро спекаешься, ДД и... Я же ей говорил, ДД, блядь, а тебе в танке. Вот она сейчас вылетит, что мы будем делать? Мы пробьем полчаса, блядь. А кто третий танк? Нету третьего. Нахуя ей в танке быть, если... Ну, если она вылетит, и мы выпнемся просто. Кто будет спасать рейд? Он один затанчит, что ли? Не, Геру... Ну, типа... Ребят, типа, я не знаю, если уверены, что он не вылетит, я хуй знает. Ризан, поставь, пожалуйста, тотема. Типа, подстраховаться не лишним будет. Кто на килесете? Лёха на килесете. Окей. Ризан, поставь, пожалуйста, тотемы. Продукс. Блять, на меня его тотем силы земли не работает. Завист. Завист. Что с этим сервером, блять? Five. Правую дальнюю часть беру, подбиваю two, там. One. Дальше разбирать. Дуля, что, вылетело, что ли? Че такая эта хуйня? Не хилится оно. Я побью крест бить. Ну, походу она уже вылетела. Вылетела, нет? Или мне что-то показывает, что она вылетела? Нет. Генетика слева далеко, возле стенки квадрат появился, его нужно бить тоже. Я побью. Геру дали. Генетика сзади появилась, Вадикон справа от тебя падает. А, сейчас полетим. Я по луне буду играть. Крест мой, крест бью. Келесет. Отведи бомбу. На лестнице падает. Падает на лестнице, я просто не бегаю. Луну подбейте, луна далеко. Я на луне, я же сказал. Okay. Если 50 на 50 в КД сдашь, Лингрен скажет, что убил. Я квадратик подбивать буду. Кинетика по центру. Не падает, не падает она. Милики перебежали уже. Я луну подбиваю. Там у нас три с тобой заканут, сейчас справа еще один. А, вернее, слева. Ну я бью. Я по луне буду играть, парни. Мне ближе до луны. Давай. Выход. 9 стаков, никуда не... Еще одну, блядь. Ебать. Еще одну. Я сейчас не могу. Диман, квадрат твой. Блять, ебать. Там еще крест.
Подыми. Прям перед ебалом. Тут новая где? Сзади. Да, на квадрате. Луну подбейте кто-то, парни. Давай, я луну так крест. Давай. А чё здесь-то тусите? Да потому что Лёха откинула, и там стаков много на всех было. Где-то ещё заспал. Луна над килисетом падает. Бейте нахуй, Слава, разверни сюда. Над килисетом уебите, кинайте. Поднял. Ебать, хорош. Я тебе чё, блядь, я щитую. Квадрат. Я тебе верю. Я квадрат побью. А ты щитком подбивай. Квадрат бью, разверните, бейте луну, либо босса. Блять, там луна, блять. Она еще висит, нах. Я когда висит. Так, милики, пошли на колесо. Квадрат. Заебал. Меня откинуло от квадрата. Помогу квадрат. Нет, не помогу, сзади бомба не падает. Помогает, да. Да, я уже бью квадрат. Я Старфолд отдал. Ебать вас, ну, 10 РДД и... Хуя. Право, возле Толдорама падает сильно. Не надо всем кинуть. Ударите луну, блять, ударите луну. Луну ударите. Пизда. Ой, блять. Хули хуй положили просто на... Квадрат падает. Чего хуй-то положили? Стаки-то, блядь, сами себя... Милики перебежали. Ударьте этот самый... Масек, ты Амазека прохильте. Ебать, я далеко. Он далеко там, нахуй, пускай сам себя хилит. Держу, блядь. Ещё шар летит. Да пиздец, заебало, нахуй. Ну чё, блядь, стаки-то сами себя не сбрасывают же, блядь. Есть ощущение, что мы втроём, блядь. Я не могу, блядь, подбежать, когда на мне 15 стаков. Ну так он упали все с той стороны далеко. Развернитесь, квадрат бить. Я пью квадрат. Дрють инвалид Керуса, Керус. Лёха, массакру. Керус по Сифею. Дал. После Вихря. Я далеко. По Сифею резай. Вот рад, заломанный. Я бью. Канцелятора прохил. Ну, Вадикон... Вижу, взял. Кто-то больше с них дает, нахуй. Будешь реддера резай. Иннер просит. Бидон. Залил. Бью. Далеко слева. Появилось. Милики побежали квадрат, на килисет. Квадрат бью. Он под этим. Под домом. Помогай квадрат чуть-чуть подбить. Да я отсюда. Луна падает. Не могу подойти 9 стаков. Я луну бью, новая появилась. Поднял. Я новую тоже бью. У тебя справа, Диман. Да? Я уже вижу. Квадрат вижу. Держите. Я вижу под... Ну, сейчас это бью. А правда, сбей вот эту я квадратик. Я крест. Я не могу. Подбью. Крест. Я подобью крест. Луну бью, соло. Я соло-то на квадрате останусь, подниму его до конца. Я крест до конца. Милики перебежали. У меня подбиваю квадрат новый. Помогу квадрат. Сейчас новая будет, смотри, новая появится. Это новая есть. Луна падает потихонечку. Луна, я помогаю, крест, Луна, рот подобей, над собой луну подбей. Свечусь, да. Сколько действий, да, для того, чтобы ебаную кинетику подбить? Три шарика. Я квадрат у себя подбиваю. Говори, пиздец, прям такой ажиотаж. Блять, когда этот пидор, сука, уже сдохнет, нахуй, я заебался эту ебучую тыкать, блять. Самый ебаный босс.
На тех, кто кинетики бьет. Я не самый вижу, нахуй. Блять, меня выкинуло. Короче, новую кинетику бью. Самую уебищную. Я луну помогу подбить. Меня сюда выкинуло. И прикинь, как его людям с 300 тысяч ДПС убивать этого босса, блядь. Я ёбнусь нахуй просто. Новая кинетика. Я новую буду бить. Давай, бей. Я вспоминаю, как мы траяли с вами, блядь. Бить не могли, блядь. Доберусы, да? У нас тютелька в тютельку изначально. Давайте быстрее добивать. Пули росли, развивались все равно. Все, нахуй, бейте, ебалуй. Усиливались. Хелесета. Ебать, я подобью. Подобью полуну под хелем. Я помогаю, помогаю ему. Все. Там 500 тысяч. Там в рейде падает квадратик, по 200 квадратик. Помогаю, квадрат. Ебал рот, нахуй. У, блядь, сука, опа. Я бы поломал бы руки нахуй тому, бы кто-то придумал, блядь. Что не плохое скорость. Там осколок. Я как будто бы нахуй час этого босса прохожу каждый раз, блядь. Что с боссом там? Да кто там нахуй? Боша нахуй? Морда нахуй. Нет, не я. Дольше этого босса только лич, по-моему. Да, да. Морда в рейд. Ой, мне бы на балансе. Я кэз пошел в рейд, бабучку пошел. Чего? Тебе въебать? Давай. Тебе въебать? Куда ты пошел, блядь? Скидал ту картинку, это, где типа этот. Ебобаная б... Буква А. Так, Г, Святос. В, въебать, да? Кому с вас давать, кто танчить будет? Так может тогда как... понял. Гоша надо с именно по этому. Да, да, заходи в рейд. Плюс вы. Берите его. Я не знаю, кстати, Лёх, слышишь, мне вот это кольцо не нравится, которое падает, блядь, с этого, с принцов. С ребра по пизу колечко. Кольцо. С ребра по пизу колечко. Сейчас я тебе дам лучше. Хорошее кольцо. Мне с ребра побольше нравится. Вот. Че надо? Да ебись. Масло на СПД есть. Хуя где-то потеряли. Ну да, пошел я нахуй. Он испарился. Он такая, а? Кого позвать? Сейчас кого? Делает вид, что его нет, да? Там Юля дисконнула опять. Не дисконнула, не знаете, ой, не масло. Пишите. Релогается. А что там? Релогается она. Коси, короче, танчи, пойду бью. Угу. О, Слава, ты все ливаешь? Угу. Нахуй надо. Я же никому вообще-то в это не... Подожди, а чё, да? А чё, мы без хп... Пала, что ли? Он нахпал и пошел. А, ладно. С волонером? А Рома куда? Реально. Реально пошла реализация волонера, мужики. Рома на сову. А, Рома на сову. Да. Он там типа хочет на обошку этот забрать. А хуй там падает палос.